Друзья, всем привет! Как прошел ваш день? Надеюсь, у вас хорошее настроение. Это видео не формат обычного влога, больше такое разговорное, но оно не менее полезное будет для вас и не менее интересное, чем мои обычные видео-влоги. Хочу немножко рассказать о том, как я пришла вообще к ведению YouTube-канала. На самом деле, мечта о ведении YouTube-канала у меня была давным-давно. Как-то я купила себе даже камеру навороченную, вот. Сняла один влог, он самый первый на моем канале, с девочками, которые вы все знаете. Это Даша, у которой тоже есть YouTube-канал, теперь и Женя, у которой его еще нет, вот. Ну, надеюсь, может быть, она заведет его. Ну, так вот, взяли мы эту большую камеру, пошли снимать видео, я его там обработала, выложила и, в принципе, и так и забросила. Потом начала снимать Ксюша, я вспомнила о своей давней идее начать вести YouTube-канал, заниматься блогингом, потому что в остальных соцсетях у меня как-то не шло. YouTube мне всегда нравился и был интересен. Я решила себе поставить цель, что я буду постоянно снимать, выкладывать новые видео. В принципе, так вот аудитория начала ко мне приходить. Ну, это правда была прям моя мечта. Нормально все. Даже разочарована. Немножко. Да? В общем, мы уже вышли с Наюной на улицу. Но единственный момент, когда я тогда начала снимать свой YouTube-канал, монетизация на YouTube уже была отключена, и поэтому я в полной мере не смогла почувствовать, сколько действительно платят блогерам. Напомню, что монетизация на YouTube начинается с 1000 подписчиков, и нужно набрать вроде 40 тысяч часов просмотров. С YouTube, конечно, есть заработок, но он небольшой. У меня подключена обычная партнерка Google AdSense, да, и получается с нее я получаю примерно 200-300 долларов. Если я очень часто выкладываю видео, может быть такое, что и 400 долларов я могу получить, это за месяц. Получается, деньги я вывожу с YouTube AdSense раз в месяц. И, к счастью, конечно, доход с партнерки — это не единственный мой доход на YouTube, я также могу зарабатывать с разных рекламных интеграций. Ну, я думаю, вы и сами заметили, иногда всплывает в моих роликах там 2-3-минутная реклама. На самом деле, она меня мотивирует больше снимать видео, потому что ты получаешь какой-то бонус за это, и тебе интересно это становится, ты начинаешь больше снимать. И я знаю, что многие блогеры, которые живут за границей, они ушли там полностью, например, снимать свой контент на корейском, то есть на корейскую аудиторию, понятно? Там доходы намного больше. Если честно, когда я узнала, какие доходы у корейцев с такой примерно аудиторией, как у меня, я офигела. Но все равно, я никогда не брошу свою русскоязычную аудиторию. Я пыталась, конечно, ролики на корейском снимать, но это не для моей души, потому что все равно в свои ролики, когда я снимаю, я вкладываю душу, я снимаю для вас, чтобы вы смотрели. Мне нравится ваша позитивная отдача, ваши комментарии. Я всегда читаю по возможности, ставлю лайк. Я даю вам слово, что я никогда не брошу свою аудиторию, буду продолжать снимать для вас, пока вы будете меня смотреть. Ну а сегодня я хочу вам рассказать о интересном приложении, которое называется Shary. Возможно, вы о нем уже где-то слышали. Приложение Shary создано для обычных людей. В нем собраны скидки от таких знаменитых брендов, как Сбермаркет, Яндекс.Еда, Марки Деливери и многие другие. Скидками можно пользоваться как самому, так же и делиться, например, со своими друзьями, знакомыми, коллегами, в чатах жильцов и так далее. То есть любой человек может скачать приложение и пользоваться скидками, при этом получая выгоду и заработок. Интригует, не правда ли? Так, с каждой покупки по своему коду вы получаете вознаграждение. Сэкономили на повседневной покупке, да еще и заработали. Ставка у каждого бренда своя, от 50 рублей за одно целевое действие. А среди действующих партнеров Мегамаркет, Вкусвилл, Метро, Альфа-Банк, Премьер и другие популярные бренды, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Важно, что за каждое использование личного промокода вами или вашими друзьями вы получаете реальные деньги, а не какие-то бонусы или виртуальные монеты. Делиться промокодами можно с друзьями и знакомыми, отсылать вашим родственникам в личные сообщения, делиться в соседских или родительских чатах. Самое главное, что в приложении нет никаких сложных схем для получения промокода и фиксации ваших результатов. Все очень просто и понятно, справиться может пользователь любого возраста, тем более, что на каждый шаг там есть подробная инструкция. Shary может стать дополнительным источником заработка для тех, у кого уже есть основная работа, и также оно подойдет и блогерам. Блогеры, к тому же, смогут создавать в приложении группы подрядчиков, которые будут работать на них. И это отличная возможность увеличить свой доход, я считаю. Теперь расскажу вам подробнее по шагам, что нужно сделать, чтобы зарабатывать в Shary. Первое, что нам нужно сделать, это скачать приложение и пройти регистрацию. Можно скачать в Google Play, в App Store и вот на телефон Huawei, здесь App Gallery. Далее мы знакомимся с приложением и доступными проектами. Выбираем понравившийся проект,
получаем персональный промокод и начинаем делиться этим промокодом с друзьями. Я получаю вознаграждение за каждую покупку с использованием моего промокода. Еще плюс в том, что приложение Shary очень удобное и нужный промокод очень легко найти. Shary не делает контент только для блогеров и его подписчиков. Он рассчитан и на обычных людей, то есть абсолютно на всех. В Shary можно приглашать своих друзей. Друзья будут пользоваться промокодами и получать с этого выгоду. А вы будете получать вознаграждение за то, что пригласили нового пользователя. Это оплата 30% от заработка друга навсегда. И вы сможете отлично экономить Shary. А еще вы сможете зарабатывать больше. Все почему? Потому что ваши друзья и знакомые будут заказывать по вашим промокодам, а не по промокодам блогеров. Потому что покупки станут еще более выгодными, так как вы получаете скидку и плюс вознаграждение за использование промокода. Потому что ваши Shary, друзья и знакомые, которые зарегистрировались по вашей рекомендации, будут активно раздавать промокоды, потому что сами зарабатывают на этом. А вместе с ними и вы. И все в плюсе. И чем больше вы пользуетесь своими собственными скидками в Shary, тем больше будет ваш заработок от покупок. В приложении у каждого проекта указано, сколько вы получите за каждое применение своим промокодом. Делитесь промокодами с друзьями, близкими, коллегами, знакомыми, тем самым помогая им экономить. А вы будете получать свой процент и выводить средства любым удобным способом через Shary. Попробуйте уже сейчас, перейдя по ссылке в описании. Ну и, конечно же, я не могла оставить вас без сюрприза. У меня для вас есть код, который поможет вам получать на 20% больше в течение месяца после регистрации. Забирайте промокод Корея, регистрируйтесь и начинайте пользоваться уже сейчас. А если у вас будут вопросы, можете оставить их в комментарии, и я постараюсь на них ответить. Ну и буду с вами прощаться, увидимся с вами в следующих влогах. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Надеюсь, я сегодня была вам очень полезной.